Для руководства требуется 6 пунктов. Если вы не знаете, я вам сейчас засчитаю. Пишите. Хороший руководитель должен обладать этими качествами. Пишите. Первое. Воображение. Воображение должно быть развито. То есть вы еще не начинали что-то делать. Решили купить сенер, ловить сайру. Решили делать консервы. Подумать, где сбывать. Вы должны все, весь путь проследить. Второе. Знание. Второе. Знание. Для руководителя нужно знать больше, чем подчиненные. Ты должен знать по своей области все. Вот мы ездили, такая миссионерская поездка от Владивостока до Лиссабона. Ну, мне приходило все это брать на себя. Средства, как их сохранить, как не потерять. С нами собака, охрана, как останавливаться. Едем с грузом, а сначала 4 с лишним тонны книг забросить и развозить. Я по библиотекам свои книги дарил. 38 томов у меня вышло, моих трудов. Вот. Это все. Знания. Обстановки, какие там люди, где проезжать. Это второе, да. Все. Второе. Третье. Умение. Умение. Пишите. Вы решили дом построить. Практическое применение знаний, то есть. А знания – это еще пока голое только. А дальше уметь это делать. Если строить дом, ты должен знать и плотинскую работу, и печника, и, если ты где-то некого нанять. Так и на войну, которая идет, он должен все знать. Как это воплотить? Как охрану поставить? Когда наступать? Когда отступать? Третье знание. Четвертое. Решительность. Решительность. О чем Серафима Саровского спрашивали? Почему ты вначале у тебя получилось, а у нас никак? Он решительности не хватает. Решимость. Чтобы враг еще ты не тронулся, он уже понял, что надо белый флаг выбрасывать. Малым количеством, как Суворов говорил, знанием и умением. Мы все равно победу одержим. С нами Христос. Знание. И одно качество, пятое, которого люди боятся, беспощадность. Записывайте. Без этого руководителя нету. Что значит беспощадность? Беспощадность. К разгильдяйству, к отступничеству. Ему поручил он, а я забыл. Раз, другой, третий, от него избавься, от него ничего не будет. Этот конь его за хвост да в яму. Он борозду портит, не работает. Он разные отговорки, одно и то же долбишь. Если это не важно, там где-то что-то, тут можно терпеть. Но когда важное, его оставили одного, сказали, проезжай тут в это время Солженицын, обязательно передать. Он пришел, а я забыл, пошел купаться. Я еще дальше должен с ним. Я расстаюсь с ним. Вот пошли проповедовать. Апостол Павел, и у него друг Варнава. И третий с ними племянник Варнавин, Марк, евангелист Марк. И дорогой отстал. Когда они вернулись, такой триумф был. В следующий раз они идти в миссионерскую поездку. И Марк засобирался. Павел говорит, нет. Почему он отстал, неизвестно. Или он, ну, юноша был. По мамочке соскучился или еще что-то. Он его выхватил. Больше не поедешь ни разу. И избрал силу. А Варнава взял Марка. Он племянник его. И пошел. Но потом Марк на высоту поднялся. И Павел им уже воспользовался. Беспощадно. Как бы не эта беспощадность Павла, ничего бы с него не было. И последнее, шестое качество, самое трудное. Привлекательность. Привлекательность твоего образа. Уникальность его. И это будут замечать все. Избран ты или не избран. А не то, что я хочу быть руководителем. Ну так ты и засохнешь лейтенантом. Почему Наполеон стал Наполеоном? И решительность все у него было. Вовремя выставил пушки и коммуну всю ту разгромил пух и прах. Почему Суворов, генералиссимусом назван, ни разу нигде побежден не был? Малым количеством. Я говорю о них вот так и в проповеди. Прежде чем ехать, я должен все рассчитать, где будут остановки, куда забросить контейнер, где ставка будет, как питаться, где помыться. Все абсолютно. И где хранить деньги, если арестуют, в каких местах. Я должен был все абсолютно держать на себе. И мы проехали, ну, минимум 600 городов посетили и сел. Это не игрушка. И ночевали в лесополосах, ну, Владивосток, порт Находка и Лиссабон. Прибалтика и Скандинавия прошли. Такой поездки никто никогда не делал. Притом мы ехали с дарами, не просто так. Каждой в библиотеке я оставлял на 750 евро. Ну и умножь теперь на 600. Переведи в рубли. Вот Господь благословит. Это не наше, это только Бог делает. Это все благодать Божия. И вот эти качества. Вот, а что такое привлекательность? Ну,
кто-то недоволен, доволен там, но тебя нету. У тебя настроено все, говорит, как швейцарские часы. В любой момент ты здесь находишься, друзья в другом месте, и ты точно знаешь, что они делают. Ты все время руки у тебя на пульте лежат. Тебя нету, а ты абсолютно, значит, они это понимают, ощущают твое присутствие. Не то, что я диктатор, теперь там давлю, я всегда предлагаю людям, лучший вариант есть. А бывают люди, которые говорят, да я за свою должность не держусь, это он такой добрый, ты считаю, немедленно убирать, это не работник. Я за свою должность держусь, я староста общины, я начальник детского лагеря, лагерь образовал. Я отдам должность тогда, когда увижу и докажу, что лучше меня будет делать, но такого нет. В лагере многое переняли, но у меня в лагере было физическое наказание. Никто не имеет права наказывать. Никто. И никому за 45 лет я это не дозволил, только сам. Я зайду, переговорю, по голяшке там щелкну, чтобы слышно было. Ты с слюнями, покажи, что ты плакал. Помолился с ним. И другой матерился, крапивой накажу по-настоящему. Но родители уже дали бы расписку, что так и мне и желают. Это не просто так. Про меня, против меня уголовные дела воздвигали. Все, всех Бог разгромил, никого нигде нету. Все суды выиграл. Это дело Божье. Привлекательность заключается в том, что ты никому не подыгрываешь. Проповедь ли говоришь, или где-то что-то двигаешь, поверх голов смотри. Ты перед Богом избран. Пророческий глаз зазвучал. Слушай, земля и небо, ибо Господь говорит. Внимайте. Они так сказали, оглядываются жене, легко подкаблучнику никогда этого не достичь. У тебя в семье одно слово, говорит. Я, говорит, взгляну, говорит, улыбнусь, они не верят. Считай, Исидор Пелосиот, говорит, чем строже ты обращаешься с женой, тем больше она привязана к тебе. Она понимает, это скала, муж. А то подкаблучники, в большинстве мужчин это, ему ничего нельзя доверять. Увидит, какую юбку, уже голова закружилась. Срамота одна.